Приветствую вас, товарищи и господа. Добро пожаловать на новое видео на канале. Помнится мне, были люди у меня в комментариях, которые спрашивали, а какие моды я использую для того, чтобы утворять всякие мегакомпании и ВББ. Ну что же, пора рассказать, наверное, о самом важном и, наверное, самом полезном моде, что есть в Ворлдбоксе. Итак, я создал небольшой мир, в котором мы будем экспериментировать. Эксперименты! Вот оно. Это первая вкладка с тем самым кубиком, называется Collection Mod. Нажимаем на нее и видим огромное количество различных интересных и не очень функций. Я предлагаю рассмотреть каждую. Функция «Воин». Как вы можете догадаться, она превращает обычных крестьянинов в солдат. Вторая функция, наоборот, превращает солдат и других в обычных крестьян. Ну и третья функция меняет короля поселения. Вот у нас здесь есть король. Имя его Ико. Да-да. Но мы хотим сделать другого короля. Видим подходящего человека. Дики, например, вот тоже замечательный человек. Клац. И что мы видим? Да, он теперь глава. Следующая функция не менее интересней. Есть у нас поселение Синикой. Да? Да. И мы хотим, чтобы оно принадлежало совершенно другой империи. Ну, например, лесному царству. Клацаем на него, а затем на лесное бранство. На любое поселение, без разницы абсолютно. И да, Синикой теперь принадлежит совершенно другому царству. Следующая функция называется лидерборд. Ну или же, если переводить, таблица лидеров. Вот у нас загрузка. И мы здесь можем лицезреть самых сильных мира сего. Мы можем посмотреть всю информацию о них, даже вот подергать эту самую информацию. Ну, как-то скучно смотреть тупо на таблицу самых сильных персонажей. Я предлагаю все-таки как-то это все отфильтровать. Мы можем отфильтровать их по признаку расы, по каким сортировать по киллам, сортировать по возрасту, силе, левелу, по талантам, даже выбрать определенный талант. Да, эти буквы являются неким талантом персонажей, который добавляет этот мод. К ним мы вернемся чуть-чуть попозже. Например, мы уберем всех людей из списка. Жмем и submit. Возвращаемся обратно. И здесь у нас уже не люди, а эльфы этого мира. Людей мы убрали. Следующая вкладка — это дебаг, ну или же меню разработчика. Если вам очень лень клацать на бургер, потом еще вот на вот эту менюшку сверху, то вот здесь вот по сути можно взять, нажать и открыть сразу, не париться вообще. Следующая функция помогает редактировать поселение. Вот у нас есть эльфийское братство и их поселение. Берем вот эту вот замечательную вкладку, жмем и спокойненько расширяем территории, не паримся вообще. Другая функция, наоборот, убирает границы поселения. Установить юнит лимит. Установить лимит юнитов. Как мы видим, здесь у нас в этой вкладке представлено некоторое количество полей. Первый — это максимальный ХП, которое может быть возможным, максимальный урон, уровень, защита или армор, ну или броня, и скорость атаки. Мы можем все здесь настроить. И, например, мне вот сбрело в голову, почему бы не сделать так, чтобы у каждого существа в этом мире не было одно ХП. Как вы видите, я его ввел, нажал вот сюда Activate, Submit, выключаем окно и смотрим. Да, теперь у каждого существа по одному здоровью. Думаю, если вы когда-нибудь играли в ванильный Ворлдбокс, то прекрасно знаете, что поселение людей не может захватить поселение орков, дварфов или эльфов. Разные расы не могут захватить поселение других рас. Но с помощью функции этой, если мы ее включим, все поменяется. Война объявлена. Неожиданно поселение эльфов начинает захватывать люди. Следующая функция позволяет нам создавать альянсы. Нажимаем, например, на лесное царство и вольный город. И появляется новый альянс. Следующая вкладка позволяет изменять культуры. Открыв ее, вы замечаете гербы. Наводитесь на них, можете посмотреть информацию.
Ну, конечно же, надо нажать на него и здесь спокойненько выбрать нужные технологии, которые вы хотите видеть у данной культуры. Постройки. Также полезно. Вот вы хотите поставить в поселение какую-нибудь шахту. Вот эту вот, например. Для этого вы заходите в Select Building. Выбираете нужную постройку. Можете даже выбрать руду. Но я хочу настроить сторожевых башен. Нажимаем. Потом берем Drop Building. Вторая вкладка. И теперь мы можем спокойно размещать башни. Возвращаясь к культурам. Мы также можем редактировать границы. Выбираем данную возможность. Выбираем культуру и расширяем ее границы. Вторая же, конечно, вкладочка уменьшает эти границы. Военно-морская война. Включаем. И теперь на море между различными государствами в случае войны будут происходить сражения. Ну вот, например, мы также можем здесь вот взять, прямо здесь заспавнить этот самый военный флот. Смотрите-ка. Флот грибного культа двигается в сторону флота вольного города и начинаются битвы. То есть, да, морское сражение, оно работает. К сожалению, в эльфийском братстве очень мало людей. Да, в принципе, их вообще здесь нет, одни эльфы. Но это можно легко исправить. В оригинальной игре мы не можем присоединить к поселению эльфов поселение людей, например. Но здесь это легко решается. Ставим людей. Заходим во вкладочку. И выбираем вот такую вот замечательную функцию. Клацаем. И люди присоединяются к поселению эльфов. Перенос столицы. Переносит столицу. Думаю, логично. Создание поселений. С помощью данной функции мы можем взять абсолютно любого человека. Например, вот этого вот. Перевести его на какую-то другую территорию, ну или же остров. Оставить его здесь. Еще раз прожать. И у нас появляется поселение данного королевства. Изменение предметов. С помощью данной функции вы можете спокойненько добавлять персонажам оружие, броню, амулеты, аксессуары и многое-многое другое. Также менять их качество. Вот, например, у меня есть бронзовый меч. Ну и, допустим, давайте что-нибудь другое. Пусть будет меч Адамантия. Мы его выбираем, заходим в модификаторы. Также, если хотите, мы можем поставить им какие-то факторы. Например, силу. Ну и активируем данную штуку. Теперь выбираем в Item Drop. Подходим к любому бомжу. Вот этот с палкой, например. И как видите... Меч добавлен. В моде также существует возможность редактировать уровень персонажа. У нас есть вот этот вот замечательный человечек. У него какой уровень? Первый. Да? Да. Заходим в меню. У нас есть здесь как раз две кнопочки и одно поле. Выбираем, например, 100. Первая вкладка Level Up. Она увеличивает уровень. То есть, если мы нажмем 1, 2, 3... то у персонажа будет 301 уровень. Это ничего себе на самом деле. Вторая вкладка не добавляет и не убавляет. Она устанавливает уровень персонажу. У нас указано 100, мы клацаем на него хоть несколько раз. И можем заметить, что у него уровень теперь просто 100. В данной модификации также присутствует кнопочка с настройками мода, где есть огромное количество различных... показателей. Если вам не лень и не скучно, можете просто залезть, посмотреть, поклассать, посмотреть, что они, собственно, делают. Ну а мы переходим дальше. Титулы героям. Мы можем создавать некие скрипты в игре, которые позволяют персонажу выдавать какие-то различные черты, добавлять ему суффиксы, префиксы и так далее. Ну вот смотрите, мы заходим. Здесь, к сожалению, ничего нет. Но мы создаем новый титул. Не пугайтесь, кнопок здесь много, но все очень просто. И нас встречает заголовок «Требования». Ну, тут понятно. Нам нужно выбрать некие факторы, некоторые требования, которые нужны, чтобы они были выполнены,
И тогда только персонажу, любому абсолютно, выдастся данный титул. Пусть будет, например, черта. Я потребовал для титула черту голоса в голове, ну то есть психа. Нажимаем, жмем submit. Ну, допустим, для получения данного модификатора нам нужно, чтобы данное существо было эльфом. Нажимаем submit. Когда все будет готово, жмем next. Мы выбираем имя данному титулу. Отлично. Здесь мы можем выбрать функцию, которая делает этих шизоидов фаворитами, то есть мы можем их увидеть в избранных. Нажимаем. Добавление префикса. Добавляем префикс псих. Далее, нумерование данных личностей. Но мы не будем их нумеровать. И, наконец-то, мы можем добавить некий результат. То есть, если требования выполнены, то что-то будет получено. Вопрос, что должен получить шизоид? Ответ очень простой. Конечно же, он должен получить смирительную рубашку. Думает пацан. Специально для этого обзора я воспользовался кое-каким другим модом. Если вам интересно, что это за мод, переходите по подсказке. Если вы все сделали, нажимаем «Готово». Как вы видите, шизоид появился на свет. Так, ну и осталось только проверить, работает ли он или нет. У нас есть король. И как мы видим, он уже шизоид. И поэтому он получает смирительную рубашку. Префикс и постпрефикс добавлены. Псих и шизоид. Режим RPG. Очень интересная вещь, при включении которой теперь у каждого персонажа, что появляется на свет вообще в этом мире, будет добавляться некая черта, буква. Ну, в данном случае D, вот здесь вот B, вот здесь вот C. Мы можем хорошо поработать с титулами героев. Опять же, мы можем добавить требования, например, к титулу этого самого таланта, например, A. Да? А потом просто предложить результат. Также мы можем посмотреть на таланты и какими владеют люди. Ну вот, например, C рангом владеет 117 человек, D рангом 85, E 30, F 11 и S рангом владеет только один человек. Замечательно. Здесь мы можем посмотреть уже в этой функции, не в T, а в L, мы можем посмотреть, сколько людей владеет определенным диапазоном уровней. Для мода RPG также есть различные функции. Если вам, опять же, не лень, можете посмотреть, узнать, понастраивать его как хотите. Если честно, я так и не понял, что тут эти вкладки делают. Но самую базу, которую я понял, вам объяснил. В Collection моде есть мини-мод под названием Family Tree мод, тот самый, по которому я делал обзор еще на старую версию World Box. Я правда не понимаю, как он работает. Я его включаю, пытаюсь нажать на вторую вкладку, он не работает вообще. Остались последние вкладки. Первая, вот эта вот, она позволяет нам выбрать определенное существо, что нельзя заспавнить функциями оригинальной игры. Следующая очень странная возможность – это переключение веков. Ну, то есть это, в принципе, функция, уже реализованная в оригинальной игре. Вот здесь вот. Это фильтр, магнит фильтрованный. С помощью него мы сможем фильтровать людей по уровню. То есть, например, я хочу собирать людей уровнем минимальным 0, или нет, давайте 10, и максимальным уровнем 200. Хопа, хопа. Выбираем. И теперь мы можем поводить спокойно магнитиком. По идее, должны собраться все существа, но нет. Сейчас вы это увидите, убедитесь. Соберутся лишь жалкие пешки. Их ставим. Как видите, всего два человека обладали данным диапазоном уровней. У первого он 11, у второго он 12. Как-то так. Видео подходит к концу. Надеюсь, вам оно понравилось. Надеюсь, я смог вам, в принципе, примерно объяснить работу данной модификации. Ссылку на него, кстати, ссылку на мод вы можете увидеть в описании. Прошу, не забывайте дурку.